Здравствуйте, дорогие мои подписчики, а также гости канала «Сама себе огород». Друзья, сегодня я хочу сделать обзор цветения бальзамина, которое однолетнее растение, выращивается рассадным способом. И в прошлом году я выращивала, вынесла раньше времени до потепления, и получилось, что они пропали, хотя рассада была замечательная. Так я и не увидела цветение бальзамина. В этом году я просто посеяла их в теплицу. Семена где-то в апреле месяце, в начале апреля, и рассада выросла прекрасно. И вот сегодня у нас 30 июля, и цветут бальзамины уже 2 недели. Вот, обратите внимание, как уже тут все цветочки прям идут по стеблю. Вот они, бутончики на стебле. И вот побеги новые. И на новых побегах также такое цветение. Здесь полдня тень и полдня солнца. Короче, половина на половину. И здесь он больше и лучше цветение. Вот здесь розовые, а здесь вот такие сиреневые цветочки. Вот так бальзамин цветет шикарно. Стебли здоровенные здесь. Вот какой тут стебель. Очень интересное и приятное растение. Хорошо смотрится здесь у меня под окошком. Отцветают. Здесь также есть и возле пруда. Сейчас я покажу. Отцветают. Эти быстрее зацвели. Здесь конкретно целый день солнца. Солнечная сторона. Вот здесь уже отцветают. И побега вот здесь почему-то не так много. Не на всех. Вот так вот разрастается большим кустищем. Вот он. И расстояние здесь маленькое я сделала. Здесь достаточно было только 2 посадить. Я посадила 3. И в итоге они просто забивают друг друга. Вот. Не настолько хорошо побеги пустились. Здесь я смотрю, даже можно семена собрать, попробовать. Ну, вот то, что они разрастаются вот таким кустищем. А здесь стебель еще больше. Смотрите, прям как у дерева. Очень интересное растение. Вернее, цветок однолетний. Мне он очень понравился. Вот такая красота. Кстати, вот уже здесь такие вот подсыхают семена. И, возможно, я проэкспериментирую собрать свои семена. Хотя они недорогие, эти семена. Просто не всегда их найдешь. Там, где обычно ищешь. Вот и все, друзья. Чем я хотела с вами сегодня поделиться. Вот так, таким большим кустом растет бальзамин. Здесь, мне кажется, вот на этом расстоянии, где вот 3 у меня сидят, здесь было бы достаточно его одного посадить, и он бы разросся большим-большим кустом. Поэтому и рекомендую делать хорошее расстояние друг от друга. Вот и все, друзья, чем я хотела сегодня с вами поделиться. Теперь я с вами попрощаюсь. Всего вам доброго. До новых встреч.